оппозиционном ключе. Она не защищает права граждан, а репрессирует своих граждан. Господин президент, разберитесь со своими подчиненными. Пригласите меня на личный прием. Я вам положу 5 томов дела без предела в вашей, вводимой вашей вами стране. 3 года не могут найти и вернуть ребенка матери. Что за беспредел? Мой сын в заложниках, криминалы и оборотни из вагонов. Верните ребенка. Граждане, наша гражданская обязанность отстоять наши гражданские права. Иначе оборотни в погонах на всех пересажают поодиночке.